Добрый день, сегодня маленькая, но полезная посылка. Тут должны быть фонарики для велосипеда. Темное время суток, надо их обязательно цеплять на себя, на велосипед. Ну, можно на себя, без разницы. Главное, что меня один раз очень остановили. Сзади, мне кажется, фонарик не горел. Говорит, почему не горит? Говорю, экономно включил. Так, что у нас сегодня здесь? Вот такой. Это все? Что-то я думал, что будет немножко другое. То есть думал, что тут будет две посылочки. Запакована она очень классно. Реально. Что-то написано. По-нерусски. Достал. Так. Защита батарейки. Так. Я вытащу. Что-то батарейки, все. Батарейка здесь обычная вот такая. Две даже. Так, но я не думаю, что он будет. Я думаю, что он долго будет работать. Посмотрим, как это работает у нас. Так, кнопочку нажали. Так, ладно, я сейчас экспериментирую. Разобрался, эта штуковина, она, оказывается, реагирует. Сначала нажимаем, выбираем режим. Мигание или просто чтобы светилось. Вот, допустим, мигание. Надо потрясти. Все, пожалуйста, включилось. То есть она работает на движение. Если ты едешь, она включается. Останавливаешься, она сама выключается. Так, или можно выключить. Довольно, в принципе, удобно. Раз. Сейчас поменяю. Вот, мигает. Так, сейчас выключим. Забыл сказать еще, что в комплекте такая резиночка была. Довольно крепкая, но продержалась у меня. Все еще работает.